Так, всем привет. Всех приветствую на нашем канале. У нас очередная партия посылочек сайта AliExpress. Тут две штучки. Сейчас мы посмотрим, что же там пришло. Так, начнем с маленькой. Так, открываем. Так, вот, что очень маленькая. Больше ничего нету. Вот такой вот маленький пакетик. Пакетик. И здесь у нас иглы. Так, двойные иглы. Как нам тут их открыть-то, чтобы посмотреть. Так, сейчас мы их как-то откроем. Китайцы нам тут их залепили. Так, надо как-то открыть потом. Так, и тут у нас такие... Должны быть три, по-моему, двойных. Игл для швейной машинки. Вот они три тут есть, все они разного такого, вот между ними разные расстояния. Вот, может, здесь видно. Так, и вот такие вот у нас тут. Не хочет фокусироваться. Ладно, отдалим тогда. Так, вот таких вот три иглы с разными расстояниями для швейной машинки обычной. Так, ну тут на них написано, так, 4,90. Ну, не знаю, честно говоря, не специалист. Заказывала супруга, просила вот заказать. Стоимость у них там, по-моему, что-то до доллара. У нас они дороже. Вот. Так, и да, пока это отложим. Так, и вторая наша посылочка. Тут у нас два бюстгальтера. Два вот таких вот бюстгальтера. Один голубенький, другой розовенький. Что про них можно сказать? Честно говоря, даже не знаю, что про них можно сказать. Жена будет смотреть. Нравится или не понравится, подойдет, не подойдет, толком я сказать не смогу. Ну, я думаю, мы уже, в принципе, там заказывали, качество неплохое. Здесь можно сказать, жиры. Вроде бы на ощупь очень нежненькие такие, симпатичненькие. Ну, тут поролон. Это, в принципе, больше такого ничего про них интересного сказать не смогу. Так, ну что же, будем на этом, видимо, наше заканчивать. Вы все сами видели, что нам пришло с Алиэкспресса. Стоимость их, в принципе, по-моему, этих по 3 доллара они стоят. А может, и дешевле, я не помню. По-моему, по 2 доллара стоимость одного лифчика. И 85 центов за 3 вот штучки, за эти иглы. Так. Ну что ж, будем на этом с вами прощаться. Ставим лайки, подписываемся на канал. И до новых встреч на нашем канале. Всем пока.